Начинаем наш великий детско-взрослый маршрут в районе Мертвого моря. Первая горочка, не знаю, видно ли ее крутизна, но она очень крутая. То, что вы видите на горизонте, это как раз дом. Главное лесопед, живот втянуть. Этикеткой поверни, пожалуйста. Да, спешилась. Ради этого стоит. Штуки. Все, попроси, Валера оденет свои лыжи. У него длинные, красивые. Ну-ка, Валера, покажи, как на гору заезжает. После лыж это вообще ничего. Правда, там с горы было, но не важно. Оказывается, эта машина еще и движется, думала, она угнана. Нет, а я имею в виду просто интервью. Хотели ботинки не пачкать. Товарный. Не знаю, как брат тоже. Валера, дойди. На стоянке Мирата Кема. Где оставляют машины, идут ногами к пещере, мы едем на велике. Мы едем к Мирата Кема. По ущелью ручья пройти. Педали крутить они не хотят, а вот полазить удовольствие. И главное, камень затягивает наверх и не тяжело. На самый верх я не думаю, что они затянут, кипрейм маловажно. Куда едем? Выезжаем наверх, потом по плоту. Переезжаем на Нахальдом. Сейчас мы поедут. Игорь, тогда... Я за вами еду, давай. Это машины. Едем на стоянку, там делаем шашлыки. И никто ночует. А сейчас дядя Саша будет показывать чудеса владения техникой велосипедной. Ага. Сейчас Игорь нас снимает. Что, уже время? Ну конечно. Въезд в Нахальсдом. Дальше мы поедем по узкому туннелю, очень красиво. Русло этого ручья. Дикобраз, как ешь, такой колючий, большими